Давай тогда сразу определимся в понятиях, что такое преступление и что такое правонарушение. Исправительные работы, допустим, лишение свободы на несколько лет. Большой очень диапазон. Приходит он в суд, стоит перед судьей и говорит: «Ваша честь, но у меня нету вот этих ни 5, ни 10 тысяч. Давайте я лучше отсижу». Штраф получать не так-то и выгодно. Президентом Российской Федерации не может быть человек с непогашенной судимостью. А с погашенной может. А с погашенной может. Время прошло, и он сейчас считается юридически чист. Как бы судимость его погашена. Юридически обнулился. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемпаладова. Привет. Тут в конце января, начале февраля сразу такое большое число людей вдруг стали осужденными. Хотя, наверное, это не совсем правильно говорить, потому что их привлекали к административной ответственности за участие в несогласованных с властями протестных акциях. И вот хотелось бы понять разницу между судимостями, привлечениями к административной ответственности, почему одно называется преступлением, другое – правонарушением, какая разница, как за это наказывают, ну а главное, как это в конечном счете влияет на повседневную бытовую жизнь вот тех людей, которых отправляли отбывать какие-то административные аресты, штрафовали или, не дай бог, судили по уголовной статье. Да, очень многие люди, не связанные ни с правом, ни с юриспруденцией, часто путают эти понятия, поэтому мы решили в этом разобраться сегодня подробнее, и нам помогут в этом Денис Шедов, юрист проекта ОВД-Инфо, руководитель юридического департамента «Руси сидящий» Алексей Федяров и адвокат Максим Крупский. Давай тогда сразу определимся в понятиях, что такое преступление и что такое правонарушение. Вот мне было всегда проще запомнить, что все, что в кодексе об административных правонарушениях, оно вот и есть правонарушение. Там, начиная от перехода дороги в неположенном месте и автомобильных штрафов, и заканчивая, не знаю, мелким хулиганством. Ну, это когда ты сквернословил на улице, например, или писал в неположенном месте. Ну, я примерно также для себя запоминала: все, что в административном кодексе, это правонарушение, все, что в уголовном кодексе, это преступление. Давай послушаем более наукоемкое, что ли, определение от Максима Крупского. Преступлением как таковым признается виновно совершенное общественно опасное деяние, которое запрещено Уголовным кодексом под угрозой наказания. В понятии правонарушения, которое дано в Кодексе об административных правонарушениях, вообще не фигурирует такого понятия, как общественная опасность или общественная вредность. Там просто говорится, что это такое действие или бездействие, которое виновно совершено физическим или юридическим лицом, из-за которого, значит, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено определенное наказание. Поэтому, если говорить о принципиальном отличии между правонарушением и преступлением, то преступление является гораздо более опасным деянием по сравнению с правонарушением. И размер и вид наказания за правонарушение и преступление очень сильно отличаются друг от друга. То есть, если мы возьмем, скажем, Кодекс об административных правонарушениях, то мы с вами там нигде не увидим такой вид наказания, скажем, как лишение свободы. Там есть административный арест. Конечно, на первый взгляд, для человека, не являющегося юристом, большой разницы нет. Вроде бы действительно и там человек находится в заперти, и там он ограничен в своих правах. Однако, с точки зрения права, это два разных вида наказания, и это два разных, ну скажем так, качества, что ли, лишения свободы. Ну и вот сразу вдогонку, по мнению Алексея Федярова, с точки зрения формальной логики, не совсем корректно говорить, что преступление и правонарушение – это разные понятия. Правонарушение вообще – это деяние, действие либо бездействие, направленное на нарушение закона. Но наиболее квалифицированное, наиболее тяжкие правонарушения – это преступление. То есть преступление – это тоже правонарушение, но не такие тяжкие, как преступление. Есть мелкая взятка, которая предусмотрена КУАПом, есть мелкая взятка и взятки, которые уже предусмотрены кодексом уголовным. Есть мелкая кража, за которую наказание не предусмотрено уголовного. Например, обычная неквалифицированная кража на сумму там, до 2,5 тысячи рублей – это административное правонарушение.
свыше, это уже уголовное. Просто настолько запутанный у нас кодекс в административных правонарушениях и настолько заскорузлый уголовный кодекс, что часто уголовное преступление по тяжести сравнительно с административным там, правонарушением, скажем, те же самые побои, там, перелом носа, который не повлек вреда здоровью. У нас перелом носа вообще, он же не влечет как бы вреда здоровью. Будет наказываться административно. То есть, ну, обычная ситуация. Муж пьяница избил жену. Причем избил очень сильно. Это будет административный штраф. А школьник написал на остановке слово из трех букв. Это будет 214-й вандализм. Уголовный кодекс преступлений. Кстати говоря, вот это в принципе разделение на административный кодекс и уголовный кодекс, это, как мне рассказал Денис Шедов, это не какая-то общемировая юридическая практика, это, ну, не только российская придумка, но это не везде так. К слову, в его практике был, например, случай, когда наказание за уголовное преступление оказалось, по сути, сопоставимым с наказанием, которое можно получить по административной статье. Если мы посмотрим, как устроена наказательная система в других странах, то разделение на преступления и правонарушения – это не какая-то общая тенденция. В некоторых правопорядках есть, например, деление на преступления и проступки, например, в Великобритании и во многих других странах англоамериканского права. Сейчас Российский кодекс об административных правонарушениях предусматривает максимальное наказание в виде ограничение свободы, арест до 30 суток. В моей практике было уголовное дело, где человек получил несколько часов обязательных работ, впоследствии это наказание ему заменили на реальное лишение свободы, и он получил 40 дней колонии. То есть мы видим, что в целом наказания что по административным, что по уголовным делам могут быть весьма соотносимы. Те самые наказания, которые человек может получить за то или иное правонарушение или преступление, зависит от судей, их настроений или каких-то, может быть, установок. Потому что если посмотреть и на кодекс об административных правонарушениях, и на уголовный кодекс, в большинстве статей есть так называемая вилка от и до, что за одно и то же человека могут оштрафовать, если это уголовный кодекс, назначить ему там исправительные работы или лишить свободы. Ну, причем эта вилка такая очень широкая, потому что исправительные работы, допустим, лишение свободы на несколько лет, большой очень диапазон. Когда придумывали всю эту историю, вообще руководствовались-то благими намерениями. Вот что об этом говорит Максим Крупский. Вот эта вилка вообще задумана как возможность максимально справедливо наказать человека, который совершил то или иное деяние. Дело в том, что наша жизнь, она довольно разнообразна. Один человек может пойти на преступление и украсть, не знаю, там, 5000 рублей в связи с тем, что ему эти деньги нужны были для того, чтобы купить лекарство для матери, а другой человек может эти 5000 украсть для того, чтобы пойти и проиграть их в казино. И вот для того, чтобы максимально справедливое наказание вынести, судье дается возможность оценить в совокупности все обстоятельства того, что произошло, и решить вопрос, как это называется юридическим языком, о правильной индивидуализации наказания. Поэтому судья в каждом отдельном случае должен сам оценивать обстоятельства и принимать решение о том, какой вид и размер наказания выбрать. В этом, на самом деле, очень важная роль судьи-то и заключается. Но, к сожалению, по последним, например, ситуациям, с которыми столкнулись задержанные граждане на публичных мероприятиях, можно констатировать, конечно, что, как правило, не принималось во внимание ни то обстоятельство, что человек впервые привлекается по такой статье к административной ответственности, или, например, что у него какое-то трудное финансовое положение, или, например, что у него имеются какие-то медицинские противопоказаний и так далее, как правило, все-таки по очень большому количеству дел выносились, к сожалению, постановления о назначении административного ареста. Ну вот и по мнению Алексея Федярова, для России это довольно большая проблема, и в первую очередь она связана с тем, что судьи российские ведут себя, ну, не совсем как судьи, как независимые арбитры, а как часть какой-то общей вот этой репрессивной системы.
извечный вопрос, который обсуждается постоянно и обсуждаться будет постоянно, это усмотрение судьи, вот поле его усмотрения. Насколько оно широко и какие критерии для того, чтобы назначить более или менее строгое наказание. И в любом случае мы будем видеть приговоры, где условный расхититель государственной собственности будет получать условный срок и ходить на свободе, а человек, укравший 5 кочанов капусты, сядет на 3 года. И все будет в рамках закона. И сейчас само по себе усмотрение судьи тоже очень сузилось. И сузилось оно указаниями, которые сверху поступают. По тем же самым митингам, ну, проводятся же совещания и даются установки. Например, сегодня арестовываем всех. Они арестовывали всех. Штрафовать только там уж, если по минимуму, там, условно говоря, там, ну, 1 из 10. Ну и все, они пошли и выполнили. Они же стоят во фронт. Не придавайте человечности этой структуре. Судьи — это элементы структуры. В любом случае, после того, как человека проволокло вот через эти жернова российского правосудия, неважно, это уголовное дело или было дело об административном правонарушении, жизнь его уже, ну, не то чтобы никогда не будет прежней, это понятно. Но осложнится довольно существенно. При том, что если речь шла о каком-то уголовном деле, то человек получает судимость в случае вынесения в отношении него обвинительного приговора. А если он привлекался к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях, это уже называется несудимостью. Там длинная конструкция, и вот чтобы не запутаться в ней, я предлагаю послушать Максима Крупского. Более привычное понятие судимости в уголовном кодексе и более длинное и менее привычное понятие, как срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, то, что в КУАПе записано. Когда мы говорим о судимости, то это, конечно же, для человека гораздо более серьезные последствия имеет, чем последствия от назначения наказания по делу об административном правонарушении. Хотя, опять, на первый взгляд, может показаться, что большой разницы здесь нет. Тем не менее, человек, который был осужден за совершение преступления, пускай даже ему назначили наказание в виде штрафа, он в глазах общества и перед лицом государства является лицом, очевидно, совершившим более тяжкое деяние, нежели человек, который прошел через административный процесс. Ну да, с этим не поспоришь, потому что судимость действительно как-то очень плохо воспринимается в обществе. Много историй о том, как люди, неважно, там заслуженно, незаслуженно, отсидевшие срок в колонии, вышли на свободу и не могли долгое время или вообще найти работу, потому что они просто не проходили отбор в службе безопасности, либо им просто где-то говорили прямым текстом, что вы вот судимы, и это основание для отказа. Но помимо общественного взгляда на судимость, например, у административной вот этой вот судимости, скажем так, в кавычках, есть другие подводные камни, поскольку, как замечают юристы, сейчас административный кодекс во многом становится такой площадкой для дальнейшего перехода административных статей в уголовный кодекс. То есть уже несколько статей административного кодекса, например, статьи там о неоднократном нарушении на митингах, статья о возбуждении ненависти и вражды, они имеют так называемую административную преюдицию, то есть означает, что если человек первый раз что-то такое совершил, по мнению властей, то его наказывают в административном порядке. А если это произошло второй или больше раз в течение года, вот этого как раз года, когда судимость в кавычках административное все еще существует, то человека могут подвергнуть и уголовной ответственности. И вот как это комментирует Денис Шедов. Некоторые составы правонарушений предусматривают повышенное наказание за повторность. Ну, например, для повторно задержанных и привлеченных к ответственности за участие в публичных мероприятиях предусмотрено специальное наказание, которое, там, скажем, если штраф за первое привлечение может быть до 20 тысяч рублей, то за повторное уже до 300. Также с арестом. То самое повторное привлечение, оно считается не вообще повторное когда-либо в жизни, а повторное в течение как раз-таки вот этого года привлечения к административной ответственности. Плюс при назначении наказания об административных правонарушениях судьи должны учитывать характеристики личности, в том числе привлечение его ранее к административной ответственности по схожим делам. И здесь также учитывается именно вот срок год. Что происходит на практике?
полиция ведет базы людей, привлеченных к административной ответственности, и мы видим, что в материалах дел всегда есть распечатка из полицейских баз, где указана история, по сути дела, привлечения человека к административной ответственности, и там хранится информация за долгие-долгие годы. Там может быть информация о неправильной парковке, информация о улице, которые перешли на красный свет. Юридическое значение должно иметь, безусловно, последний год, как оно происходит на практике, но здесь это уже все зависит от предрассудков и профессионализма судьи. Это подкаст «Человек имеет право», и мы сегодня пытаемся разобраться в том, что такое административное правонарушение и уголовное преступление, и в чем разница между ними. Мы – это я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Продолжим через минуту. Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. Причем, ты знаешь, вот мне показалось очень интересно, я просто раньше специально не интересовалась этим моментом. Оказывается, что вот эти вот сроки, в течение которых люди считаются подвергнутыми административному наказанию, исчисляются каким-то хитрым достаточно образом. Давай послушаем разъяснение Максима Крупского. Если мы говорим, скажем, о человеке, которого отправили на 15 суток административного ареста, то срок годичный, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию, будет течь с момента его освобождения. А, скажем, человек, которому назначили административный штраф, в его случае срок будет течь с того момента, как он уплатит этот штраф. То есть если он год его не платил, например, про него там не то, что все должны забыть, а нет, на самом деле у него вот этот вот срок, он просто по большому счету увеличивается. То есть он, по сути, остается в состоянии человека, который подвергнут административному наказанию. И в том случае, если человек уплатит этот самый штраф, то вот с этого момента, еще в течение одного года, он все равно по-прежнему будет считаться лицом подвергнутым административному наказанию. Из того, что мы обсуждаем, почему-то следует, что штраф получает не так-то и выгодно, потому что это и дыра в бюджете вполне серьезная, потому что по многим административным статьям там штрафы в несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей. Плюс это еще вот эта вот отложенная судимость в кавычках, которая начинается с момента, когда ты уплатил штраф. Хотя в общественном сознании, насколько я понимаю, в юридических документах тоже штраф считается более мягкой мерой наказания, чем, например, арест. Вот интересно, а если человек, ну, задержали его на митинге, предположим, приходит он в суд, стоит перед судьей и говорит: «Ваша честь, ну, у меня нету вот этих ни 5, ни 10 тысяч, давайте я лучше отсижу». Его отправят по просьбе отбывать вот это вот наказание за административное правонарушение? Ну, вот как мне ответил на этот же вопрос Денис Шедов, попросить-то он может, но это исключительно на усмотрение суда. Иногда мои подзащитные просили меня помочь им составить ходатайство и составить аргументацию для суда о том, чтобы, например, суд избрал для них в качестве вида наказания арест или обязательные работы, потому что, скажем, штраф 10 тысяч, 20 тысяч или в некоторых случаях штрафы за те или иные нарушения достигают до 300 тысяч. И иногда, да, людям легче отбыть административный арест, скажем, 10 суток. Но законодательство не предусматривает какой-то возможности для человека выбрать. Человек может обозначить, что у меня, например, тяжелое материальное положение, для меня будет сложно выплатить штраф. Суд в соответствии с законодательством должен это учитывать при выборе наказания, но он не обязан следовать желанию и словам человека, который привлекается к ответственности. Тем не менее, все-таки, когда речь идет об административных правонарушениях, последствия для
судьбы человека значительно менее суровые, чем в случае судимости. Поэтому и придумали такую историю, как погашение судимости или снятие этой судимости по уголовному делу. И это зависит в первую очередь, ну, вот этот срок, когда судимость считается погашенной, от тяжести уголовной статьи, по которой человеку привлекали к ответственности. У меня даже есть бумажечка с перечислением, как судимость погашается в зависимости от наказания. Ну, давай нам яркий пример какой-нибудь. Для условно осужденных судимость погашается по истечении испытательного срока. А, например, вот на контрасте для тех, кто был осужден за особо тяжкие преступления, по истечении 10 лет после отбытия наказания. Я попросила чуть подробнее об этом рассказать Алексея Федярова. Ну, автоматически судимость гасится через определенный промежуток времени. Снять судимость может суд ранее в связи, скажем, там, с безупречным поведением, принять во внимание какие-то характеристики положительные. И, скажем, там, ну, грубо говоря, после совершения какой-то крупной кражи и освобождения из-под стражи, и освобождения из колонии, человек через 3 года может судимость снять. И юридически он тоже может абсолютно честно говорить, что он юридически несудимый, последствия эта судимость не должна влечь. Но если человек совершил преступление, и его вина установлена приговором суда, ну, наверное, да, можно говорить, что человек, ну, по крайней мере, был преступником. Если же судимость снята и погашена, ну, это же не означает, что человек не совершил преступление. А вот мне интересно, сама судимость, она налагает на человека какие-то еще дополнительные обязанности? Или есть ли у него какие-то ограничения на какие-то виды работ, еще на что-то? Ну, у него, конечно, есть ограничения на некоторые виды работы. Это зависит вот конкретно от профессии. Там есть какие-то, например, специальные преступления, после которых адвокат, например, не может возобновлять адвокатскую практику, если был осужден, и судимость у него не погашена. То же самое для сотрудников правоохранительных органов. То же самое для некоторых должностей выборных, но в частности президентом Российской Федерации не может быть человек с непогашенной судимостью. А с погашенной может? А с погашенной может. Время прошло, и он сейчас считается юридически чист. Как бы судимость его погашена. Юридически обнулился. Да, то есть он теперь может вот вместо Владимира Владимировича прийти, преемствовать ему. Я все-таки хочу вернуть нас вот к этому разговору о тех последствиях, с которыми может столкнуться человек, который был осужден по уголовной статье или привлечен к ответственности за правонарушение. Ну, помимо вот этих всех наказаний, помимо невозможности устроиться на какие-то работы, я так понимаю, в принципе, это больше никак не должно сказываться на его жизни. Потому что вот та информация, например, о судимостях, о привлечении к ответственности, она хранится только в информационном центре Министерства внутренних дел. И получить оттуда эту информацию могут либо правоохранительные органы, либо суд, ну, либо сам человек. Зачем-то ему понадобится вот эта справка, например, об отсутствии судимости. А больше никто законным образом не может эту информацию оттуда получать. Хотя часто можно слышать, что некоторые работодатели имеют свои ходы и каким-то образом выясняют такие детали. Ну и также я слышала, что в некоторых высших учебных заведениях тоже службы безопасности мониторят студентов и преподавателей. По словам Дениса Шедова, особенно вот сейчас, после всех этих массовых судов, поступали в УВД-Инфо сообщения о том, что, например, в вузах студентов пытались отчислить или отчисляли, и происходит это в том числе и потому, что полиция, по словам Дениса Шедова, имеет право направить по месту учебы или работы копию постановления суда о том, что вот этот человек совершил какое-то правонарушение. И таким образом оказать на самого человека дополнительное давление, может быть, устроить ему какие-то неприятности на работе, хотя по закону привлечение к административной ответственности не может быть поводом для увольнения или какого-то там дисциплинарного взыскания. Такой механизм часто используется как форма дополнительного давления.
доложить работодателю и попытаться создать для человека какие-то проблемы, скажем, в местах учебы или работы. Это может быть, ну, скажем, каким-то механизмом стигматизации. Например, в делах, связанных о привлечении людей к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных семейных ценностей. Вот эта вот гомофобная статья, которая есть в КОАП, подобный механизм, по сути дела, так и используется. В моей практике было дело, где как раз-таки органы власти направили подобное предупреждение на работу к человеку. Естественно, это было сделано для того, чтобы стигматизировать человека, для того, чтобы у человека были негативные последствия в дальнейшем на работе, с учетом довольно высокого уровня гомофобии в стране. Кроме того, были истории о том, что некоторых студентов отчисляли из вузов за участие в акциях, за привлечение к административной ответственности. Это история, которая регулируется внутренними документами, уставами учебных заведений. Там могут быть какие-то весьма расплывчатые и общие положение о том, что за нарушение этических норм или совершение аморальных поступков, например, человека могут отчислить, и в некоторых случаях привлечение к административной ответственности при весьма творческом подходе руководства может быть так истолковано. От некоторых подзащитных, которых также задерживали, например, на публичных мероприятиях, я слышал такие истории о том, что человек, например, не мог в течение долгого времени найти работу, проходил собеседование, ему говорили, что все отлично, ты хороший профессионал, выходи с новой недели на работу, но на каком-нибудь последнем этапе документы человека направляли в службу безопасности и дальше без объяснения причин говорили, что просто мы не можем вас взять. Здесь не было формальных ссылок на то, что человека привлекали к административной ответственности за участие в митингах, но вот человеку казалось, что это может быть связано. По словам Дениса Шедова, кстати, вот в этой ситуации, когда человеку отказали по неясным причинам, стоит попробовать добиться от организации мотивированного отказа, они по закону должны его предоставить, и в случае, если они укажут на то, что, например, административное правонарушение стало причиной для отказа в устройстве на работу, то это можно дальше обжаловать. Точно так же можно обжаловать решение об отчислении из вуза, и я знаю, что по меньшей мере 3 дела сейчас в России как раз уже рассматриваются где-то в регионах. Ну вот, кстати, преподавателям-то тоже достается, потому что накануне всех этих массовых акций протеста была довольно громкая история, когда преподавательницу Высшей школы экономики Анну Великок как раз осудили по административной статье, по-моему, за призывы к участию в акции 23 января. И вышка через несколько дней убрала данные о ней с сайта и заявила об ее увольнении. Говорили о том, что увольнение произошло по каким-то другим причинам, не связанным с административным арестом, который назначили ей. Но, тем не менее, насколько я знаю, ее так и не восстановили на работе, несмотря на то, что студенты писали разные письма, петиции и все прочее. Мы сейчас живем в очень странной реальности, когда сам факт того, что человека подвергали административному наказанию за участие, например, в протестной акции, скорее играет в плюс этому человеку с точки зрения его репутации в глазах активно настроенных граждан. Ну вот зависит как раз в чьих глазах, потому что для каких-нибудь бабушек у подъезда вряд ли они будут делать разницу, за что его там привлекли к ответственности, и вообще скажут, что ну все осудили, все преступник. В том числе и потому, что в русском языке так и не изобрели адекватный вариант для того, как вот, оперировать с этой лексикой касательно административных правонарушений. Потому что даже вот все те конструкции, которые мы здесь говорим, они все настолько сложные, что их невозможно в нормальном разговоре, нормальной человеческой речью употреблять.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы». «Американские вопросы». «Кавказ подкаст». «Атлас мира». «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».